Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Налоговики начали рассчитывать имущественные налоги по-новому. С 1 июня начался расчет налогов на землю, транспорт и имущество. До 1 октября этого года кировчане должны получить уведомления. Цифры в них могут измениться по сравнению с прошлогодними. Это связано с переходом на исчисление налога, исходя из кадастровой стоимости, а не инвентаризационной, как раньше. Чтобы рост платежей не был сильно ощутимым, предусмотрено применение различных вычетов, льгот, понижающих коэффициентов. Так, повышение платы обещают сделать постепенным по 20% в год. Кроме того, часть имущества не будет облагаться налогом. Если речь о квартире, например, то это 20 квадратов, для комнаты 10, для жилого дома, в том числе расположенного на садовом или дачном участке, 50. Льготники будут освобождены от налогов только на один объект имущества каждого вида. Заплатить за 2016 кировчанам нужно будет до 1 декабря 2017 года. Программа «Экономика». Чиновников стали реже наказывать за ошибки в декларациях. Об итогах работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов городской администрации отчитался глава администрации Александр Перескоков. По его словам, в прошлом году комиссия проверила сведения о доходах и имуществе почти 500 муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений. За предоставление неполной и недостоверной информации к дисциплинарной ответственности привлечены 12 человек. Век это в два раза меньше, чем годом ранее. Экономика на 101 FM. Зарплата на малых предприятиях на 20% ниже средней. Об итогах работы малых предприятий за первый квартал сообщает Кировстат. По его данным, к началу апреля в регионе насчитывалось более 2000 таких предприятий. На них было занято 70 тысяч человек. Наибольшая численность работников сосредоточена в обрабатывающих производствах и в сфере торговли – 28 и 19% соответственно. Средняя зарплата на малых предприятиях – 19 тысяч рублей. Это почти на 20% ниже среднеобластного уровня. Самые высокие доходы в компаниях, которые работают в области информации и связи – 30 тысяч рублей, занимаются научной и технической деятельностью – 26 тысяч, а также финансовой и страховой – 24 тысячи. Наиболее низкая зарплата на малых предприятиях, относящихся к таким сферам, как образование, сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство. Экономика. В завершение в валютах доллар вырос сразу на рубли 42 копейки, и сегодня курс 60 рублей ровно. Евро прибавил рубль 48 копеек. Курс на сегодня 66,80. Ольга Близина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.